Йому на голову впав байк. Байчагу. Почему байчагу? А не байк. Байк. Вытирать арку всю? Да, можешь снять колесо? Нет, арка такая грязная. Арка – это горилла. Горилла? 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 Да, не еще корона – это горилла. Да, может его сейчас тут на ковер не надо? Говно. Бачиш, так з великом надо бути протирати. Ну так, бо в тебе великом був багато. Звісно, був би. Мені б такий великий бумаги блистів. Ти ж не мішання. Я та няня. Та няня? Не серйозно, не клею, я відклею. Я вже договорила раком. Я не буду вверх ногами, вверх ногами їздити на велике, вверх ногами наклеїти. Ну то не треба було мені перевертати велик. Я велик перевернув для того, щоб удобно було клеїти. А наклейки можна догадатися, що потрібно вверх ногами клеїти. Треба було мені наголосити. Взяла все вверх ногами наклеїла. Просто потрібно було мені почати клеїти, і тоді би ти побачила. Вот, короче, GS3 на следующий день в нашем скейт-парке Ровенском. Уважається наш спорт. Так и катаются у нас. Я дома заклеился опять. 3 дырки заклеил, выехал, и он опять спустил. Опять клеиться нужно. И дырки мелкие, поэтому в речке. А, я так и знал, что промочусь. Поскользнулся. Добрий день. Ви приходите на? Будемо. Тоді одразу новина для вас. У нас буде зал більший, але в текстильщику. Це зал. В п'ятницю на 7 вечора в текстильщику буде. Це тільки сьогодні напишу, бо ми сьогодні домовились, бо Вері нам в останній момент відказали вчора. А чого? Ну, ми вже домовились. Файно вам теж. Вам теж, дякую. Вони тебе знають, не? Ні, я їх не знаю. Не знаю? Ні. Так, я думаю, пересадили. Профайлів вона? Мусора! Мусора вонючі, типу він кричить, матюкається, знаєш? Та, трошки не... Вони йдуть, типу? То трошки... Мусора вже зняли? Да. Падла. Це неловко, ну, поліція не відноситься до мусорів, але знаєш, вони можуть прийняти на свій счет, я надіюсь, що ні. Мусора... Там мусора... є відео, так? Да? Да, там є, але просто мусора – це мусора, поліція – це поліція, для мене це різні люди. Ні, ну, але щоб, знаєш... На якого мусора стоїться, завжди мусор. Так, заклеїв 2 дырки, і от сьогодні 3 дырка. Це зробив. Он реально это сделал, да? Да. Ё-моё, пацан с Луцка оторвался скейтом не на ждак, чтобы я зачистил латку. Спасибо. Дуже вдячный. Мне кажется, проблема в этой грубой латке, поэтому я сейчас её ликвидирую. Попробую дырку в покрышке заклеить обычной латкой, вот эту дырку. Это опять та девчонка, что съезжала в пуле. Помните в видосе? Она так быстро ездит. Быстрее других типов. Смотрите, это жесть. Она в контрклон быстрее меня въезжает. Сиди, еще крутя педали в нем. Крутая девчонка. Я ей не обжену? Чего? Швидше за мене їздиш? Я машину. Так, спустя 10 минут катання Димон заметил вот такую штуку у меня вылезла. Потому что мы убрали грубую латку, я тонкую поставил, тонкая куда-то. Что будем делать, братан? Да. Мама привезла. А мама прийде на 6-3, мили. Блін, я їй казав, вона улыбнулась, може прийде. Моя мама піде. О, реально. Я кажу, бери Вадима маму і приходь. Мама, дай мені. Чуєш, мамок наших цей. Подожди, я сам вип'ю. Зуби ріже. Я пробую це другий раз в житті, 4-й.
Вона мені сильно солодка. Давай, пий. Давай, зажи, спершу. Можна мені піти? Да, конечно, пийте, пацани. Зажай стриж. Це жесткий тип. Жаль, що я не зняв три предыдущих падіння, потому що я клеил колесо. Сейчас буде цель. Тим. Пацани, сьогодні об'являю чемпіонат по трейлах. Класних трейлах. Хто зб'є пляшку? Monster Energy. Чемпіонат, хто соб'є бутылку? Да. На второму дёрте. Ну, конечно, все. Всю серію? Ну, если пацаны примут, если не примут, то, блин, может, ще и попечи. Що там мали буде подарок? Подарок? Ну, репутація, да? Я предложив типа ідею. Ти 500 гривень даєш? 50? Ти даєш. Ні. Ти точно долізеш туди? Ну то береш, то давай. Тільки держись добре. Держись добре, хорошо, за дерево. Я полю, блін, трейли, буде класно кататися. Ти глянь, яка полюка, щас бандой, дивись, скільки нас зараз буде пригати. Хтось інший не знає ніхто, на. Можеш з собою когось взяти. Вон, хочу тобі велик, дам, поїдеш з Женю. На. Да, можеш спробувати. Цепляйся за ветку і просто... Без батюків. Поліція між нами. Як це ж 10-літній Шредер? Да. Тебе 10-літній Шредер, навіть коли йому 50 буде. Зараз спробуємо устранити проблему веток в лицо, щоб прыгати вище. Тут складно буде вилізти. Давай я тобі під... Я кому веток нет. Веток нет просто. А еще топор. Теперь самое сложное. Куда этот топор всунуть в штаны ходу. Надеюсь, яйца не отрежусь. Отсюда лучше не падать. Ему на голову упал байк. Но я его просил шлем взять несколько раз. Ему на голову байк упал. Да, он на бэкфлип ушел. Голова целая? Шлем возьми. Я же просил. Наушник порвался. Ну. Оператор на деревьях режет ветки, поэтому не фиксирует все происходящее внизу. Камера одна, оператор один. Нападение было жесткое. Види дым. Топор ненадежный. Мое? Пацаны, заклейте, пожалуйста, кто-то мне колесо пятый раз, пока я порубаю ветки, пожалуйста. Потому что кому-то нужно это... Ну, Мелый, ну куда ты уже долетишь? Когда долетишь к контрклон? Ну, Мелый. Смотри. Слишком техничная тема. Слишком техничная. Летом все на трейлах, потому что здесь только тенек.
Мелли приехал с Одессы, с работы приехал не раскатанный, учу его прыгать. Трансфер. Вот. Все равно срезал угол. Мелли делает поворот на трансфер, я ему рассказываю, что нужно прямо, хотя бы с угла, но прямо. Сейчас учу, он пробует. Давай-то, пацаны, весь мусор. Я не позволю в скейт-парк превратить. Трейлы, да? Мелли, не знаешь, откуда песня Мелли Мэллоуи, Мелли Мэллоуи? Вот не знаешь откуда? Реально? Ну, ты и цей, блин. Шредер малый, 10-летний. Не, я Станя. Ты Станя? Да. Серьезно, блин? Это круто. О, Жора, стаканчик с под Макдональдс. Что за фигня? Во. Он меж колесом, мы бачим. Еее, все вже, до базарись. На скільки годин я тобі казав чи ні? Так, да, на два. Сім часов. Єдине, що хочу тебе попросити. Люди так захочуть. Не бухати, бухати після тренера. Ні, я бухати нічого не буду. Серйозно, хорошо? Ні, я серйозно бухати нічого не буду. Ні, типу, щоб ніхто не прийшов, знаєш, там не було. Ні, ну я то не буду, я не знаю, я спустив, то всім там, типу, наговорив, що, каже, да, ти що? Я прийду, що тут напишу, завтра зроблю на ютуб відео. Поможеш? Да. Що? А куди? Тумбу перенести надо. Куди? Скіт-пап. Ура! Да. А? Тянеться хтось? Ну, просто зараз, ей, братву, а вони морозяться. Давай пару людей, щоб перенести тут. Катаються не всі. Ні, то ти то ладно, блядь, а вони? Вони завжди на неї баняться. Ну, а ще Бодя, Саня. А, блядь, що, помочь просто не можуть? Катаються, ну, не пас, катаються. Ну, пас, ну, ви розумієте, ми всі катаємося. Ну, це просто діло, блядь, помогти. Подимаємо. Ні, тільки ніхто не бросай. План наставим, щоб все, парень, осторожно. Кидаємо на три. Раз, два, три. Там велосипед аккурат. Я забрав два. Надо раньше думать об этом. Собака, как тебе это все? Малый опустил, сразу брать вес. Держи, нормально, алло. Ловки! Ловки, блядь. Сейчас будешь вонася, чтобы поскользил на весу. На весу. Дышка. А дышка? Что, блядь? Вам все ради роллер-спорта в Украине. Трудно? Да, спина болит. Спина болит? Але быстрее будем? Я тут хоть поможу поднять. Жопу в кусты. Ай, крупива! Блядь! Курва. Хто пролазить на вова? Блін, мені з грижі спини не хватало ще тримати тут. Мені вже болить. Данік. Вадя, люч! Сука, блядь! МТБшники, пидор! Особенно буква риб! А що ти, буква Р, хоч до неї дотронешся, блядь? В натурі, блядь. Йо-ма-йо, пацани, оце стидно вам. Попадете в блок, мішаю. Ні, я... хоч би чуть-чуть помогли. Це до тебе? Не кидайте, не отпускайте ніхто. І тут держите по чуть-чуть, эту сторону опускайте. Раз, два, три, кидай. Давай. Да, раз, два, три. Я ебу там уебал. Что ты кричишь? Ну, ты кричишь, я думаю, что я не кричу. Нет, не требуется. Я побежал за самокатом. Раз, два, три. Раз, два, три. Я ебу там уебал. Я один скейтер. С
всім остальним якби похнути. Всі, хто хотіли на полі занести, занесли. Хоч ніхто там уже не катається на ній. Я це сьогодні проканала. От мені красиво. Мішання у ваших услуг, як там кажуть. Чи ви граєте байк? Ми вже граємо. Вже граєте? Так. Да. Смисті, то я теж хочу з вами. Смисті. Загадываю тебе трюк. Все то же самое делаешь. Короче, тилвип с фейки, тилвип халфкэп и дабл тилвип с банником потом. Нормально? Давай. С первой попытки то, что загадал. Круто. Агрессивно. Вам. Yeah.
Хто тут у нас? Привіт! Могут подумать, что ты не умная вообще. Немножко до собаки с окна. Кричать, гавкает уже минут 15, и Таню взбесила. С одинаковым промежутком времени. Я думаю, одинаково, да, это бесит больше всего. Мазер зауда. Да нужно куплять трос, нужно еще что-то. Ну что, он ожидал без троса тарзанку построить? Не знаю. Как-то так, якось воно буде там. Якось там. Вот так и буде. Вот так и живем, да. Зміни на краще, далі все буде. Короче, тут Карина с чого написала. Ребят, всем привет, подписывайтесь на канал. Контент, Мишаня, 35 тысяч записей. Только 5 тысяч друзей почему-то маловато. Вот, Мишаня, подписывайтесь на канал. Смотри, какая девушка. Нічого, що це взяла, тупо Каріна стрімерша. 2:25 ночі, менше всього мені хочеться будити цю сонну птичечку. Ей. Ей. Встанеш? Жесть, три, ждет. Жесть. Нужно монтировать жесть. Солнце. Та. Чуєш? Нам через 7 часов идти нужно показать этот фильм, уже точнее его сохранить, это 2 часа, скинуть на Винчестер плюс 2 часа. То есть я сегодня спать не буду. А Таня ложится в 12 спать, а я еще монтирую. Ну я тут до 6 утра, но ее мне придется разбудить, чтобы она дала свет, потому что... Больше некому дать совет, а тут нужно решить за один момент в фильме срочно. Чеш, можешь встать, пожалуйста? Надо жесть срубить, солнце. Солнце. У нас завтра презентация фильма, он еще не готов. Ну, точнее, готов был, но нашлись баги, нужно кое-что переделать и добавить. И больше некого спросить. Второй ассистент, вставай. Вставай. Чуєш? Вставай. Жесть надо делать. Надо делать жесть. Давай. Вставай, я без тебя не могу справиться. Давай. Чуєш? Куда ти? Куда ти, чуєш? Мені треба спитати тебе цей момент. Ти заснула. Ти скажеш чи ні? Ну давай, зараз. Давай, будеш спати, а я буду робити далі. Да? Поможеш? То питань. Питань, ти очі відкриєш? Чи ні? Вибач, що розбудив, я не хотів, просто мені серйозно треба твоя допомога. На чуть-чуть, і будеш спати, а я буду робити далі. П'ятинці, бля, сіськи. Привет, народ, привет, друзья. Привет. Привет, друзья, привет, мои дорогие подписчики. Хочу пригласить вас всех завтра на презентацию фильма «Жесть 3», который состоится... Который...
Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Хочу вас пригласить всех завтра на презентацию фильма «Жесть 3», которая состоится в «Текстильщике» на 19:00 вечера 23 июня, 23 червня, тому что... Привет, друзья! Приглашаю всех на презентацию самого крутого фильма в мире! Привет, друзья! Приглашаю всех завтра на презентацию фильма «Жесть 3», которая состоится в городе Ровно в 19:00 в «Текстильщику». Мы для других моих любимых подписчиков с России, что фильм будет в интернете, и он будет в хорошем качестве, в оригинальном. Я залью его куда-то. Я еще не знаю, куда залить 25 гигов. Я залью и скину вам ссылку в своей группе ВКонтакте «Мишаня» или в первую очередь в группе ВКонтакте «Жесть 3». Еще на Facebook, конечно же, залью. И, возможно, залью на YouTube, но, скорее всего, там будет блокироваться. Не скорее всего, а точно будет блокироваться. «Жесть 3» — самая крутая и самая известная музыка. Я залью на YouTube, но смотреть с телефона вы не сможете этот фильм, только с компов. Учтите это. Ну, кто будет смотреть с телефона этот фильм, это уже прямое неуважение ко мне, потому что я целый год его по 5-10 часов монтировал. Поэтому его нужно смотреть только в каком-нибудь кинотеатре или на плазме с друзьями.